Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня необычное видео. Я вас приглашаю провести целый день со мной в Цюрихе, в Швейцарии. Я надеюсь, вам понравится. Поехали! Доброе утро! Я просыпаюсь сравнительно рано, в 7-8. Ложусь где-то около 10-11. Я жаворонок. После просыпания, конечно же, сразу же иду в ванную и привожу себя в порядок. После просыпания самое лучшее время для медитации и других энергетических практик. Свежая голова, еще нету никаких других мыслей, поэтому я часто занимаюсь ими сразу после пробуждения, где-то около 30-60 минут. А я занимаюсь спортом практически каждый второй день или даже каждый день. Если я в путешествиях, то я делаю просто воркаут, или у меня с собой такие резинки, resistance bands, и я занимаюсь каждый день или каждый второй день. Когда я в Берлине, я хожу в фитнес-студию, в спортивный зал и на йогу. После воркаута я, конечно же, подкреплюсь орешками. Очень люблю орехи. Лесные орехи мои самые любимые. Но так как я не люблю завтракать плотно, я вот прилегла после всех этих медитаций и воркаута почитать книгу и выпить кофе. Пришло время работать. Работаю я практически каждый день, иногда по несколько часов в день, иногда целый день. Я очень люблю мою работу. Это создание контента, создание курсов, написание книг и работа с моими студентами, а также подготовка к вебинарам, к закрытым и к публичным. Мне кажется, что я нашла свое предназначение, потому что делаю это с удовольствием. Единственное, что мне нужно часто путешествовать, чтобы набираться энергии, для того, чтобы отдавать ее другим. И вот сейчас я уже немножко проголодалась. А так как у меня был воркаут, я приготовила себе салат с протеином. Я люблю рыбу, мясо практически не ем. Люблю рыбу и морепродукты. После обеда я иду прогуляться к озеру, так как я сейчас в Цюрихе нахожусь. Очень красиво здесь. Это один из самых моих любимых городов, потому что природа для меня все. Я очень заряжаюсь на природе. Приезжайте в Цюрих, там очень красиво. А вот сейчас мы едем в городок Рапперсвиль, который находится в конце Цюрихского озера. Он очень интересный, очень красивый. И погуляем там, а потом поедем кататься на корабле. Одно из моих самых больших желаний осуществилось. Я путешествую практически каждый месяц, поэтому я так часто бываю в разных странах, и я хочу, чтобы это желание также сбылось у вас, потому что выход из зоны комфорта, если вы видите все это дает вам столько много энергии, и выход из зоны комфорта также. Тогда ваши желания еще больше осуществляются и материализуются. А вот это очень красивый вид на озеро из кантона Швиц. Потрясающе.
вид. Сейчас мы пойдем кататься на корабле. Всем советую сделать эту прогулку, морскую или озерную, как она называется. Вы просто увидите такие красоты. Это Цюрих из корабля. Вид на город. И вечером я собираюсь пойти на одну вечеринку, которая находится в одном из самых лучших отелей Цюриха. Баурлок. Как такое странное название, и я туда пойду. К сожалению, не засняла всех нарядов швейцарцев. Здесь собираются сливки швейцарского общества, приезжают из Люцерна, из других городов, красивые дамы в самых красивых нарядах, с самыми дорогими сумками. И вот они все собираются на эту вечеринку раз в год. В этом отеле. Bauer Olak. Или поправьте меня, как он называется. Кстати, вы уже проходили мой бесплатный мастер-класс «8 шагов к реальности твоей мечты». Если нет, то ссылка на него внизу под видео. Регистрируйтесь и смотрите.